Питер спустим. Мы находимся на населенном пункте Докучаев, который сегодня подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Около 12 часов дня противник с применением боевых машин пехоты обстрелял жилые дома города. В частности, вот как вы видите, поврежденный жилой дом. Кроме того, были повреждены жилые дома по адресу Фрунзе 6, 11, 12, 2А, а также газопровод. Это я с перепугу не помню, во сколько это стреляли. Ну, это часов 11 час. Часов 9 было или 10? 9, 10, 11 час. Стреляли так, что весь дом дрожал, и все стекла дрожали. И оно ж бахнуло в елку. Елка, наверное, разорвалась там. Вот мы как бежали в подвал, так я чуть не убилась это. И все, и мигом прекратилось. Там пора, это самое, сделали Шкоду здесь, и все. А здесь, смотрю, пожар. Трубу газовую перебила, огнище вот такое, бегом вызывать горгаз. Ну, спасибо, они моментально приехали и все сделали. Это ведь не первый обстрел, если я правильно понимаю, да? Конечно, нет. Они с 8 числа. Каждый день стреляют. С 8 декабря. Стреляют. Вчера стреляли вечером. Бахкали так. Позавчера вот на машину ранило там, вот на угловой дом. Возле заправки. Больница лежит. А вот последнее время, вот последний месяц, скажем, были хотя бы одни сутки, когда вот обстрелы не велись, было тихо? Ну, было так 1-2, а то почти каждый день стреляют. Ну, выйдите в поле и стреляйте. Чего ж вы? У нас нету тут ни солдат, мы не видим, никого не видим. Кого стрелять тут? Пенсионеров стреляют и все.